Сегодня я купил в АТБ мороженое, называется кенийская зебра. По-украински кенийская зебра. Так, фирма Ласка, да? Как она называется? Фирма непонятно. 500 грамм, стоит 68 гривен. 68 гривен это около 2,5 долларов. Сделано в Украине. Фирма Ласка. Так. Карамельным соусом. Состав молоко не сбированное есть. Ну ладно, разрезаем. Ага, вот оно как. Так. Вот оно какое на разрезе. Сразу течет. Течет. Его надо. Вот. Пробовать надо, короче. Это шедевр. Не кенийская зебра. Да. Кто любит такое, берите, не пожалеете. Да. Шедевр.